Самые образцовые села выбрали в Алтайском крае. Победителей назвали в трех категориях в зависимости от количества населения. Это административные центры районов, села с населением больше 1000 человек и еще одна категория с населением от 500 до 1000 человек. Конкурс проводили с 27 июня по 29 июля. Комиссия оценивала уровень занятости населения, благоустройство, содержание исторических памятников, демографическую ситуацию. Кстати, большая часть баллов, а именно 36 из 100 при оценке поселения, приходилась на уровень развития реального сектора экономики и доступность социальных услуг. Целенаправленно в условиях конкурса были прописаны разные весовые категории, поэтому, конечно, постарались отойти от огульных оценок, таких, которые можно было бы оспорить или там от субъективных каких-то факторов. В первой категории победило село Кулунда, во второй – село Боровское Алейского района и Рассошино Алтайского района. Лучшими среди самых маленьких сел стали Миробелицкое Кулундинского района и Орлеан Благовещенского района.